В этот раз на субботник, впрочем, как и в последние несколько раз, вышли представители администрации города. Есть задача, которую поставил глава города, прежде всего, это привести в порядок те зеленые зоны, которые у нас имеются. Одна из таких зон – парк между Восходом и торговыми комплексами. Здесь очень много сухих и больных деревьев, вырванных с корнем, надломленных и небезопасных для отдыха горожан. Убирать их просто необходимо. Бревные ветки решили пустить на облагораживание березовой рощи. Кроме того, в парке проходила плановая уборка мусора. Кстати, ежедневно из этой зеленой зоны коммунальщики вывозят больше 30 огромных мешков последствий отдыха горожан. Мы каждый день убираемся здесь. И крупные, и домашние здесь бросают. Вот жителям я прошу, чтобы домашний мусор не выбрасывали сюда. Евгения Кременская, Анжелика Боровинок, новости Димитровграда.